Вода в Амуре возле Хабаровска грозит новыми проблемами. Как сообщили в краевом управлении МЧС, в ближайшие дни уровень воды может превысить опасную отметку почти на метр. Сейчас в регионе потоплено около 2000 домов и участков, несколько автотрасс, и по мере прохождения волны где-то ситуация осложнится. Это касается Хабаровского, Нанайского, Амурского, Комсомольского и Улического районов. Население предупредили, в зоне бедствия могут оказаться новые дороги, линии электропередачи и незащищенные дамбами территории. Что?